Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим провода прикуривания к аккумулятору от компании Кота, модель VD0335-1. Поставляются провода в вот таком вот чехле. В комплекте идут два провода, плюсовой и минусовой. Так вот, они идут спаренные. Ну, в принципе, при желании их можно разъединить. Пропускная способность 300 ампер идет на данном проводе. Сама жила провода выполнена из меди, вот такой вот в плане. И крокодилы у нас идут, они идут с медным напылением. Вот так вот видно. Подойдут, в принципе, к любым типам клемм. Широкий ход имеют. Провода идут морозостойкие. Диаметр провода составляет 8 мм. Длина каждого провода, ну или вместе взятых, у них идет 2 метра 30 сантиметров. При выборе обязательно обращайте внимание, каким образом крепится сам провод к крокодилам, дабы это было надежное крепление и попросту провода самопроизвольно не отсоединились. Более подробные характеристики и стоимость по данному проводу вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.